Да, вот, сейчас получилось. Сейчас получилось, да. Все, вот, молодец, очень хорошо. И нет, это руки. Да сейчас руки. Вот в эту сторону отлично. А кто нет? Руки не должны мешаться. Молодец. Еще. Раньше отходим. Да, больше. Больше. Тут, ребят, еще надо смотреть. Если очень слабый пор, тоже будет плохо. Ну, внутренние мышцы, там, спина, не пресс, будет плохо получаться. Или осанка, вот такое положение, тоже будет плохо получаться. Чуть-чуть надо, и вот так плохо, и вот так плохо. Надо найти внутренний, чуть таз поджат, особенно стойка. Стойка всем хочется вот так сделать, расслабиться. А надо таз поджимать с одной стороны, а с другой стороны как бы таз поджат, с другой стороны вот так не делать. Найти нужный вариант, чтобы правильно было, ровно. Так, сейчас Чонжу Турчумби, руки на пояс, делаем только вот бедром. Она. Здесь внимательно смотрим. Здесь первый импульс идет от ноги. От ноги. От ноги в бедро, и потом уже вот тут этого достаточно. Потом передать из бедра в руку очень легко. Сот. От ноги, от ноги. От ноги. Мягко даже. Если ты будешь вот так идти, вот так, то не получится от ноги. Не сверху, она. Раз, два, три. Сот. Раз, два. Все очень короткое, но вы должны чувствовать, прям вот эта судорога такая пошла. Сот. Раз, два. Сот. Раз, два. Очень медленно. И короче, видишь, слишком большой амплитуду делаешь. Короче, ты вот сюда переходишь, а надо вот сюда. То есть раз. Все. Сот. Наоборот, в другую сторону. Сот. Раз, два. Конечно, это неправильно. Хочется сделать так, да, ой, вот так. Это неправильно. Потому что здесь движение бедром в эту сторону. Стоп. Еще раз делаем. Нельзя сидеть. Еще раз, смотри, переход. Раз, два, таз ведется. Вот он идет, 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 и здесь ускоряется, да? В одну ту сторону. А здесь сложнее, здесь будет движение. Здесь хочется сделать так, потому что так удобно. И в обратную сторону. Это будет неправильно. Надо вести раз, так, здесь, два. Стоп. Делаем. Раз, два. Отлично делаешь, только у тебя вместо таза делает эта голова. Это, ты сам, ты молодец, ты очень резко делаешь. Сейчас поменяй вот сюда. Голова это следствие. А у тебя это причина. А что ты понимаешь? Стоп! Стоп! Порог, тут ничего говорить не надо. Так, Чонжу Турчумби. Сей. В целом, в своем темпе, торопиться не надо. Если вы будете делать не вместе, никаких проблем, не торопитесь, да, делайте медленнее, чем обычно. Главное попадать каждое движение в таз. И расслабление. 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 Сей. Чак. Раз. Только в своем темпе. Ни на кого не ориентируйся. О, молодец. Чтобы ты успевал сработать. Влад, молодец.